Более 4000 квадратных метров аварийного жилья для небольшого поселка с населением 6000 человек – цифра весомая. Речь идет о старом жилом фонде в поселке Языково. 32 дома подлежат расселению жителей. Красноречивый пример – дома номер 25 и 27 по улице Красных Текстильщиков. Местные жители вспоминают, что здания эти были построены в начале прошлого века. Квартиры обитателям ветхого жилья выдавались временно. Хотя уже тогда дома были непригодными для проживания. Во временном жилье языковцы задержались на 25 лет. Лестница у нас кривая, под 30 градусов, можно сказать. Значит, удобств никаких нет. Моемся в тазике в наш атомный век. Впрочем, свет в конце тоннеля, кажется, забрезжил. Жители домов обратились к губернатору. Необходимые для расселения средства выделены. Планируется, что в этом году люди переедут в комфортные дома. Для семей, чьи квартиры находятся в частной собственности, будут выделены средства на покупку жилья в любом районе области. Что касается муниципального фонда, здесь было предложено несколько вариантов. Либо строительство дома и переселение из данных квартир, либо мы выбираем на вторичном рынке в РП Языково квартиры уже с ремонтом, с индивидуальным отоплением, с мебелью и с согласованием с жителями переселяем в данные дома. Всего планируется расселить 237 человек. Финансирование будет осуществляться как из федерального, так и областного и местного бюджетов.